Здравствуйте. Здравствуйте. Вторую школу. Да. Мы вас приглашаем. Пойдемте. Здесь будет размещаться знание, да? Здесь и штаб ЮНАР. Ребят, горят глаза. Вот это самое главное. Вот это дорого стоит. Поэтому и ту просветительскую большую работу, которую ведет общество знания, российское движение детей и молодежи, советники, это очень важно. Нам важно дать детям хорошее образование, качественное образование. А стандарты российские, они достаточно высокие и позволяют школьнику, закончив школу, найти себя, получить достойную профессию и реализоваться в жизни. Поэтому хочу, уважаемые педагоги, коллеги, вас искренне поблагодарить. Спасибо.